Ну что, поплакала? Теперь вставай. Давай будем вместе во всем разбираться. Как так получилось? Сначала был рай, потом упорхнула жар-птица. А что ты хотела, когда все ему? И душу, и сердце, и время, комфорт и уют, по запросам еду, его слову беречь не смела. Чтобы он оценил, чтоб спасибо сказал, при этом любил до гроба. По факту ты стала просто диван, на котором ему удобно. А чтобы диван не начал скрипеть, раз в год его нужно смазывать. Потом можно сколько хочешь сидеть и ни в чем себе не отказывать. Скажи, а такую он полюбил? В такой вот поношенной кофте? Такой же отросший был маникюр и старенькие кроссовки. Ты была девочка, ураган! Но выключился рубильник. Теперь ты просто удобный диван, на который надели пыльник. Не надо теперь об этом страдать, искать разлуки, причины. Спасибо скажи, что в диване твоем не выдержали пружины. Все вылечит время и заново даст тебе надежду и крылья. Ты только не дай их опять обломать, потом не взлетишь от бессилия.